В Бресте праздник, посвященный государственному гербу, государственному флагу и государственному гимну Республики Беларусь, как всегда, прошел с размахом. Эпицентром по традиции стала главная площадь города Бреста. Здесь собрались руководители области, города, депутатского корпуса, ветераны войны и труда, молодежь и военнослужащие Брестского гарнизона, тысячи горожан. Щиро и сердечно віншую вас со святом у гонор головных символов нашей незалежной Беларуси, державных герба, сяга и гимна. Сегодня яны свідчаць во всем свете, что есть такая краина, Республика Беларусь, якая займает свой почесный посад між народами. Державные символы мають глибокий сенс, адлюстровують адметность белорусской культуры, основные национальные каштовности и помкненні белорусов. Сярод іх грамадское адзінство, самаадданая праца, миролюбство, готовность отстоять свободу и незалежность своей краины. Мы – белорусы, это наша земля, и мы яе никому не отдадим. Национальные символы Беларуси – герб, флаг и гимн. С помощью простых и понятных цветов детально отражают исторические и культурные традиции нашей страны. Преемственность поколений, характер народа, духовный потенциал и менталитет. Национальные символы – это предмет поклонения. Все мы должны уважать и свято чтить их, для того, чтобы наши национальные символы уважали и чтили во всем мире. Безусловно, день государственного флага, государственного герба, государственного гимна – это государственный праздник. Каждый гражданин нашей страны, каждый житель нашей страны должен принимать участие в подобных мероприятиях, для того, чтобы еще раз приобщиться к нашей общности. Под национальными символами наши предки побеждали в Великой Отечественной войне. И сегодня национальные символы – это тот консолидирующий фактор, который сплачивает наше общество и позволит нам выстоять перед всеми вызовами. И вот самый главный эмоциональный момент торжества – вынос белорусского флага. Почитание государственных символов воспитывает чувство патриотизма и любви к своей родине. Поднятие флага доверяется всегда самым лучшим людям города. И в едином порыве вся площадь вместе с молодыми людьми произнесли слова клятвы верности Беларуси. Узнять! Клянемся у верности державному стягу, державному гербу и державному гимну Республики Беларусь и нашей родиме, якую яны символизуют. Клянемся! Финальное торжественное шествие, которое открыли воины Брестского гарнизона. Их сменили представители Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области, Управления внутренних дел Брестского облсполкома, Брестского областного управления МЧС. В состав замыкающей молодежной колонны включены лучшие представители свободной почетной вахты поста памяти Брестской крепости-герой. Патриотизму невозможно научить. Патриотизм можно привить и привить своим собственным примером. Если каждый из нас будет передавать своим детям, своим близким стремление к тому, чтобы наша Беларусь была суверенной, чтобы она процветала под нашими государственными национальными символами, безусловно, у нашей страны будет светлое будущее. Особенную атмосферу празднику придали выступления лучших творческих коллективов и артистов Бреста.